Выбираем такую машинку. Это получается какой-то дядька, типа крестьянина, который убегает на своем тракторе маленьком от зомби. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, переворачиваемся. Ох ты, ёк-моё. Сейчас сожрут меня. Так, быстренько переворачиваемся. О, нам нужно как-то от них, чтобы они от нас отстали. Вот, ускорение небольшое. Хорошо. Еще раз кувырок. Все, сейчас мы от них отцепимся. Ну и все. Вторая база. Значит, мы практически убежали от них. Еще лотерейный билетик взяли. Кувырок. Опа, отлично, отлично. С ускорением. Еще раз. Кувырок. Так, сбили просто-напросто. А если мы сбиваем, нам кажется, монетки за это не дают. А за убийство тоже, может быть, нам дают небольшую эту самую ускоритель. А нет, нифига. Угу. Так, вот третья база. Вот. Уже на третьей базе мы сделаем здесь флип. Два флипа даже. Ой, блин, плохо получилось. Все, зомбаки теперь бегут за нами. Еще раз попробуем флип сделать. А-а-а, вообще плохо. Все, съели меня. Да, к сожалению, сожрали. Давай, крутанем, посмотрим, сколько мы сейчас заработаем. Так, 25. А-а-а, можно все их продать, да и все. И не париться. Еще раз покатаемся. Я не знаю, где это мы. На какой-то новой трассе. Блин, классная трасса у них, слушай. Классные, классные. Ух ты, что это было? Что это было только что? Ух ты, шипы какие-то. Ай, взорвался. Вау, вообще круто. Ладно, попробуем еще раз. Опа. Так, я не понял, как там, конечно, делать, но здесь, в принципе, понятно. Делаем такое сальто. Ух ты, чуть меня не придавило, представляешь? Офигеть. Так, а зачем там динамиты? А-а-а, я думаю, зачем там динамиты? Ну же. ТНТ-шка, зачем там лежит ТНТ-шка? Опа, есть. Атакама кладбище, ребята, играем. Новое место. О, как они, смотри. Быстро уехали, какая. Нам надо теперь их догонять. Ух ты, это что было? Такой ускоритель, что ли? Реально, ускоритель? Вроде бы как ускоритель стоял, офигеть. Ой-ой-ой, жетончики. Так, давайте ускоримся, может быть, там много ускорителей будет. Тогда что мне переживать, что я их трачу. Так, где-то здесь стоял ускоритель. Может быть, они... Кстати, ускоритель исчезает. А, нет, я взял. Супер ускоритель. Так, летим. Эх. Все, последний ускоритель мы израсходовали. Так получилось. Все. Ох ты, смотри, как он меня красиво подрезал просто-напросто. Хитрые какие, а, тачки. Водители, а, водятели. Водятлы. Мешают мне. Мешали мне проехать. О, берем жетоны. Дальше едем. Крутые поворотики. Так, развили скорость уже нифига, 200 км в час. Даже больше. Так, что мы вторыми едем? О, это уже хорошо. Это уже хорошо, что... Ой-ой-ой, это уже плохо. А, это уже плохо было. Не знаю, наверстаем мы упущенное или нет. Будем стараться. О, третьими едем. Ну, уже. Уже в тройке лидеров. О, бензик. Ух ты, из-за бензика вот это что-то, да, получилось? Хотел взять бензик. Да, врезался, но все равно заняли третье место, уже хорошо. Потому что это в первый раз мы эту карту играем. Поэтому очень даже неплохо. Новый рекорд еще какой-то я побил, офигеть.
Давайте сыграем с двумя туда игроками. Посмотрим. Ух ты, нифига себе, там у них танки какие. А у меня малыш... мне малыша дали, да ё-моё. Так, ты малыш, ты куда пошёл? Алло. Сейчас тебя там зафигачат. О, видишь? Чё там, живой ещё? О, да тебя сейчас щёлкнут. Видишь, они там молодцы, встали. Где? А, вот он стоит, смотри. Он что, заехать не может? Ничего не понял. Так, все, его убили. Да, я так и думал. А куда ты лезешь? На пролом-то, алло. Так, надо подъехать поближе. Сейчас я его щелкну, ребятушки. Сейчас я его щелкну. Где-то он тут стоит. Есть, щелкнули. Давайте немножечко подремонтируемся. Так, одного мы уничтожили, да? Есть. Да, один уничтожен. А вот и второй, ребята. Давайте на него прям. В смысле внезапная смерть? Чё за дела? А, кто кого, что ли? А! Друг друга уничтожили, что ли? Нифига себе, прикинь. Победная серия завершилась. Так я выиграл или нет? Это самое интересное. Ну, давайте попробуем еще раз. Может, выиграл, может, нет, не знаю. Так, два слабеньких танка. Так, и у меня вот чувак, который сейчас поедет в бой, наверное. Видишь, ну ладно, давайте с ним поедем. А то не будем его одного оставлять. Так, эти начинают стрелять. Так, есть, одного уничтожили. И второй остался. Давай вниз немножечко. Ух ты, а мне лечение-то не нужно было. Ой, хорошо, уничтожили. Победа. Звездочку мы получаем. Будем собирать, ребята, сундучки. Два чувака, таких же самых слабеньких, как и были до этого. Ладненько. Так, а ну-ка, сейчас я буду стрелять в них. Буду надеяться, что попаду. Так, ты, чувак, куда полетел? Алло. Ух, нифига, что там за взрыв там был. Тихо. Так, этот уничтожен. Теперь этого будем уничтожать. Да, мой друг Камикадзе практически. Мой друг, ребята, Камикадзе. Все, выиграл. Угу. Так, давайте назад вернемся, посмотрим. Ну, Сирюкены вот эти вот есть. Но они не очень интересные, по правде. Ничего не интересного. Смотри, опять реклама. Только что была реклама секунд 5 назад. Она опять. Такой 5 секунд. Ну, 2 секунды назад. Опять реклама. 1235 долларов. Приобретаем пулемет. А следующая 1230 стоит будет. Это очень дорого. Но сейчас проверим. Ой, какой хороший пулемет. Слушай, алло. Ой, как хорошо стреляет. Ну, практически. Практически хорошо. Чуть-чуть ему не хватает, конечно. До идеала. Так, давайте. Ну, хорошо, что ускорителя еще у нас много. А, все. Ускоритель закончился. Давай, стреляй. Вот, молодец. Мы не должны врезаться в эти коробки. 500, почти за 600 долларов. Возьмем мы движок. О, мы движок полностью с вами на максималочку с вами раскрутили. Поехали. Все, и будем следующий этот самый копить на автоматик. Здесь вообще вся загвоздка в автомате. Потому что он не успевает коробки разбомбить. Естественно, мы теряем скорость. А хотя такую сейчас скорость и будем держать. Особо спешить. Ну, немножечко так поддадим газку. Хотя это смысла не было делать. Вот, вышли мы в океан. Давай. Увеличиваем. Вот, все, на максималочку. Все, здесь можно, в принципе, нам остановиться и обстрелять. Все, мы все обстреляли. Есть. 780 долларов. Нормально? Я считаю, что это очень даже нормально. 1230. А, немножко не хватило. Ладненько, давайте проедем. Поехали. Чуть-чуть. О, вот это скорость. Вот это хорошая скорость.
Здесь может быть даже еще и движок. Ну, движок-то у нас на максимуме, правильно? Теперь нам нужно автомат на максимум сделать. Все, ускоритель закончился. Ребята, давайте как-нибудь зомбариков всех уничтожайте, пока у нас энергия осталась. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сколько зомбарей тут. Так, бензин заканчивается, бензинчик. Почти что доехали, слушай, алло. Почти что мы доехали. Ну как почти, еще дофига. Ну мы как раз с вами пулемет-то и возьмем. Во, на максималочке пулеметик. Топливо на максималочке. А, ну не на максималочке, но все равно. Да, будем в следующий раз играть. Угу, в эту серию.